Самый важный матч белорусских теннисисток – финал мировой группы Кубка Федерации между сборными Беларуси и Соединенных Штатов уже завтра в Чижовка-арене. Вот так в стиле средневекового Минска гостей и спортсменок встречали сегодня на жеребьевке в Минской ратуше. Такой церемонии в истории мирового тенниса еще не было. Точный выстрел из лука, и стало ясно, матч откроет Александра Соснович, вторая ракетка белорусской сборной и лидер американок Коко Ван де Веге. Буду стараться показывать свой теннис, бороться, как всегда. Что остается делать? Делать все, что ты можешь, что ты тренировал, что ты умеешь, выходить и верить в себя до конца. Вторыми в субботу на корт выйдут Арина Соболенко и Слоан Стивенс. Сегодня соперницы уже скрестили рыцарские мячи, правда, лишь для фото. Ну а завтра встретятся на корте. Наши девушки приучили болельщиков к теннису самого высокого уровня. Сборная никому не уступает в турнире 3 года подряд и впервые в истории добралась до финала. Американки же не выигрывали трофей 17 лет и настроены очень серьезно. Я добавлю, большая игра на Чижовка-арене пройдет при полном аншлаге. Все 8807 билетов проданы.